Это вообще пипец какой-то происходит. Ох, нихуя себе делаю. Вот это я вообще смотрю, что творю. Да что ж происходит-то просто? Ебан. Да это водка. Бывает. А у нас есть своя машина же, кстати, вон там. Ух, ёб, ты как что, заехал-то? Бляха, уйди, отстань от меня. Ох, ёб. А как ты выжил после этого? Как они во двор залетают, меня больше вот это интересует. Тачка. Капот оторвало уже. Это чисто даже адский гонщик, да? Или как там было? И заречный гонщик. Летит кузак высоты, позади крики. Подожди, а там нету вертолета? Вот там справа, по-моему, справа пожарный участок. А, ты думаешь, там на крыше он есть? Ну, возможно. Не, ну давай. Хотя вроде он на картах помечается, но, по-моему, на картах он помечается на миссиях. Да, блядь, это не судьба мне туда дойти, блядь. Нет, нет. Блядь, я же под дождем, давай. Давай. Здесь есть... А, все. Блять, как повезло, что дождь, нахуй. Тебя как тебе повезло, что тебя даже там настигнет. Блять, что нахуй? Спасибо. Ой, это фиаско, я... там. Это полная фиаско, я тебе так скажу. Так, вот это опасная ситуация здесь. Ой-ой-ой. Блять. Блять, как шайба. Вон там спиннер. Блять. О, мужик, здорово. Да ты заебал. Мы с тобой вместе сегодня. Ну, у них эти провода какие-то накручиваются. Да, это катушки. Ты видел, да? Просто, ну, дважды, да. Пьяный батя возвращается домой. А что будет, если такси вызвать, кстати? А тут можно воспользоваться телефоном и вызвать такси? Давай попробуем. Не, нихуя. Давай. Ну, попробовал. Страшно? Страшно идти, если честно, очень. Вот особенно, когда мусоровоз на тебя 30-тонный летит, вот очень страшно. Нормально. Вот у меня... Ах! Ля ты крыса! Подсечку кто-то поставил мне. Есть правило, мужики, за инвокера, будучи нубом, на мид не ходите, блядь, тихо. А ты чё вышел-то? Потому что оно взрывалось. В принципе, логично. А вот тюрьма. Блядь. Ребята, мне налево. Нихуя себе, блядь. Ой, это мой поворот, господа. Ебан. Да это лодка. Бывает. Лодка. Давай уже. Как так вообще? Объясни мне. Блять. Ну, да так. Ничего же не мешает в лодку сесть, только поехать не получается. Ай-яй-яй. Так пизду не мою, ладно. Я больше люблю сушу, чем воду. Давай, Тёмыч, юзай. Ох, нихрена. Ебать. Нормально. Ой, что-то я прилетел, подожди. Обратно возвращаемся. Машина пукает. Да, блин, я перелетаю теперь. Ой, бля. Ой, стой. Ой, это мы где? Нормально. О, братишка, это моя остановочка. Аэропорт. Фристайло. Баба. И выплеснулся. Ты будешь идти каждый день 10 тысяч шагов. То ты окажешься хуй пойми где. Да ну нахуй! Ну ладно, слушай, мы попробуем. Да что ж происходит-то просто? Три машины прилетело. Как думаешь, Франклин девственник? Мы потом с тобой еще не на трассу, а на автостраду поедем. О, господи, ты узошнешься. Блять, а почему урон же маленький, что не так? Урон маленький, да, один урон.
Ну, один. Типа, стандартный. Не знаю, ИРЛ бы меня так кинули, я бы выжил. Конечно, конечно. О, тут есть такие. Ой. Ебать. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Миша. Кажется, что-то пошло. Что-то пошло не по плану. Выходим. Тара-тира-тира-та. Ёпта. Аргентинский танго, давай. Что произошло дальше? Мы с вами сейчас... Жить-жить-жить. Ух, ни хрена себе там фристайло просто. Блять, что за дедовская тема? У меня пиздец подлагивает. Ай, блять, я даже не понимаю, куда я еду. Ну, я не знаю, сейчас ты сел посрать в кусты. Ты так удачно приземлился здесь просто обосраться. Ну, я даже не вижу, как нас убили. У меня все еще чел на камне сидит. Давай я выйду туда отсюда сначала, хотя бы. Давай, давай. Выезжай пока, может у меня за это время отлагает. Ох, нихуя себе это делаешь. Вот это я вообще смотрю, читаю. Давай, я могу навалить. Давай, 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 поехал. Блять, я вниз навалю. Стой, стой, стой. Ты что-то не в ту сторону, малёх, Миша. Блять, я немного, да. Я поворачивать нормально не могу, он дрифтует как не с тебя, нахуй. Как будто я по маслу еду. Под солнце. Бля. Слышишь, посмотри на правое заднее колесо машины. Оно, смотри, видишь, вот оно стопается. Да. Ну, короче, это, его заело что-то там, Франклин что-то действительно, почему же его заело? Ты на форму нашей машины посмотри. Миш, там лучше, наверное, тебе было налево поехать, на эту, на автостраду выехать. Ну, это да, но я легких путей не ищу. После этих слов ты разложился об дерево. О, автострада, здесь вообще сейчас с кайфом. Тут как будто бы безопаснее всего, потому что машины фулл разлетаются все по сторонам. Вот так вот. Ох! Ай-яй-яй. Что там я сказал 5 секунд назад? Я беру эти слова обратно. Ну, вижу. О, это дефолтный день, блядь. Дефолтный день в Лос-Антосе, да? Я ух, ух, как он яйцами стукнулся, больно. Просто и, прям да. На столб налетел. Со мной воюет сатана. Я предугадал все этой песни. Но она здесь наверняка будет играть на фоне. Я тебе точно говорю. Играет. А та осталась. О, смотри, у него там какие-то ракетные ускорители есть. Нихуя. О, пошла, чё? Пошла ракета. На языках вообще, нахуй. Ой, 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 братан. Док Хадсон тебя поставил. Ох, ой, 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 бля. Видел, на что я сделал? Нормально ты. Когда мне кажется, что жизнь я занимаюсь полной хуйней, не так весело, блядь. Смотри, сейчас, блядь. Смотри, я у какого-нибудь педика отожмем машину. Не понял. Эй ты, гандон, здорово нахуй. Damage defense еще побольше подниму. Бля. Давай я теперь попробую. Maybe у меня получится. Хуй тебе. Бля. Блять. Ну все, я уже бэклипчик свой навернул. Еман, ты зашел в забор просто. Он что-то какой-то легкий оказался. Ах, ой, 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 бля. Быстрее. Бля. Ну, я не доехал. Теперь твоя очередь. Господа, пиздец, господа. Минус вайп. Кипец, чел. Надо у колесок ехать. Он чисто из машины сделал мотоцикл. Районный прокурор. Пашка Пушкин. О, блядь. Там моцик полетел. Бесплатно. И там еще один. Просто в космос отправился. Бывает, зато весело. Блядь.
Друзья, на этом прекрасном моменте наш ролик подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. С вас, как обычно, подписочка на канал и лайки, если это видео вам понравилось. Ну а мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем удачи и всем пока.